Всем привет, с вами Ник Фрост. Добро пожаловать в Dead or Alive 5. Спросите, какого фига, Николай, ты сюда зашел? А я вчера купил двух бойцов. Не, погодите, сторис — это что-то не то. Боже, как я тут давно был. Аркада, соло, изи или руки? Изи или... Давайте начнем с руки, потом включим изи. Вот кого я купил. Critical Burst. Эту девку и эту. Погодите, а еще я хотел сделать, чтобы отображались спецприемы. Короче, это видео чисто носит тестовый характер, ребята. Я пишу и голос, и видео при помощи ShadowPlay и не хочу монтировать. В финале я не буду перекодировать, просто тестовый ролик. Просто тестовый ролик от Николая. У нее тут всего два костюма доступны, но я надеюсь, если я пройду, их станет больше. Кися. Че, в халате драться? О, да, детка. И как он не будет с нее слетать? Короче, будем играть синенькой. Так, Power Blow, ПК... ПК, короче. Короче, я все забыл за эти годы. Можно очки одеть. Очки забавно смотрятся. Тю-тю, сиськи. Так, а как тут вывести... I'm sorry. Нет, я не могу тебя пропустить. Get ready fight, погодите, как... View Command List, не, а как сделать, чтобы он отображался, этот Fight Screen Info Move List О! Теперь Николай будет это делать комбицы. Будем учиться, комбо. Ке-ке-ке-ке-ке-ке-ке. Нифига себе простой боец, да? Ке-ке-ке. Ке-ке-ке-ке. Давайте что-нибудь с руками. Вау-вау-вау-вау. Короче, можно долбить все кнопки подряд. Sorry. Можно долбашить все кнопки. И что-то будет получаться. Как тут сказано? Вперед, П. Ага, не попало. Короче, можно вообще все фигарить, все на свете. Так, это бросок был, да? Да, после Mortal Kombat я прям аж офигеваю. Это бросок. Это такой бросок. Контратаки. С контратаками мне все сложно. На этой сложности соперники, я так понимаю, не атакуют вообще. Короче, ребята, хочу попробовать по-другому обрабатывать видео. У меня же видео проходит кодировку после того, как я все повырезаю, голоса, там всю фигню. И после того, как оно после меня еще раз попадает на YouTube, там ну реально пожато-пережато. Особенно все, что касается там темных цветов, Subnautica, Resident Evil, там частично Mortal Kombat, ну все такое темное, все такие помехи. А я вот думаю, как бы сделать так, чтобы просто звуковую дорогу цеплять к файлу, а видео не трогать. Вот вообще не монтировать. И экспериментировать я буду на Dead or Alive. Чуть-чуть.
Чуть-чуть. Ага, у нее то есть блоки верхние. А ну. А вперед это она что, ноги типа ловит или что? Да понятно, если я начну все кнопки подряд зажимать, я тут буду выигрывать, но... Хочется что-нибудь интересное. Прикольно. А она еще и что-то типа не хочет сдаваться. Кейо! Кейо, само все происходит, короче. Вот такого списка команд мне бы не помешало в комбате, чтобы я прям мог видеть. Это было бы круто. Вообще, одну кнопку долбишь? Это как Noob Saibot, да? Кейо! Что ты такое говоришь? А, можно двигать камеру. I'm sorry. I cannot let you pass. I'm ready to fight. Get ready, fight. Короче, цель такая. Вырезать отсюда вторую звуковую дорогу с голосом. Потом объединить ее с первой звуковой дорогой со звуком. Ну, вырезать, естественно, весь мой кашель. И обратно прицепить к файлу. Но видео не трогать вообще. Вот такая у меня цель. Ух ты, бля, это как было. Here we go, here we go, here we go. А как она вверх вот это сделала? Я, моя хотеть. Как она так полетела? Такие у них позы интересные. Эй! Эй-оу! Хотел бросить. Кейо! Хрен с тобой. Кстати, шестая часть скоро выйдет, братишки. Как раз аккурат перед комбатом, мне кажется. Если они выйдут позже, в это никто играть не будет. Надо выходить перед комбатом по-любе. Короче, что я должен сказать? Графически не изменилось вообще. Короче, эта девка, походу, одними ногами шарит. А как они стонут, а? Сори. А еще, я, знаете, что играю? Просто хочу открыть пару костюмов. Мы уже два дня, ну как бы, дитё меня просит в это поиграть. И затестили мы малёха немного его. И она любит костюмчики менять и все такое. Девочка есть девочка. У нее есть комбо, начинающийся руками, а потом переходящий в ноги. Кайо, интересно, как она вот это полетела в прошлый раз? Я так что-то и не понял. Что надо жать, чтобы лететь в космос?
Такого в комбате нет, прям, чтобы они вот так прям улетали. Капец. Я, кстати, последний комбат очень похож на эту игру и на Tekken. Вот эта фишка, когда чувак бьет, и второй не может упасть на землю, а он его в это время избивает. Вот смотрите. То есть она там это не может даже приземлиться, а ты ее избиваешь. Что еще тут можно придумать? Кейо! Я тут вспомнил, у меня еще есть приемы. Ты че на? Ну что она умеет делать? Как там заряжать суперсилу? Я надеюсь, оно само все делается. Капец! Сори. Я тут, короче, ради костюмов. А, ну и ради теста видео, и ради... Вот на вот таких темных аренах могут проблемы наблюдаться. Чё она вот это так это? А там, по идее, она еще что-то должна делать. Не, ну не просто же это. И прям удары как... Звук как будто мечом она бьет. Ядрён батон. Вот это игра. То есть баба сама все делает. Ох и дыньки. Я прям капец. Новый костюм. Не знаю, что здесь происходит. Select на еще е. Вот мы сейчас дважды пройдем. Теперь я выберу соло матч на изи. Там можно и нормал поиграть, но это... Можно вот этой, кстати, поиграть. Но я ведь хочу глянуть, что там за костюм открылся. Вау, что надо, чтобы вот это открыть? Power Launcher. Power. Так, выбираем костюм. Она будет мне такая в очках. Заодно я проверю, как будет звук. Shadowplay со скрипами голос записывает. Возможно, косяки с голосом. Вау. Кстати, а второй почему-то не было костюмов никаких. У той девки, которая с кофа сюда пришла. I'm sorry, блин. Да блин, что ты делаешь? Кейо! Never back down. That's how the E family does things. Or so they tell me. Что ты такое морозишь, я не пойму. Тити. I can't avoid this fight. И это у меня костюмы, только те, которые по умолчанию, ну, в игре. А там я сегодня смотрел, ребята, на 14 чем-то тысяч гривен нарисовали костюмов. 14 чем-то тысяч гривен. Я не знаю, сколько это в рублях там или в долларах. Это несколько тысяч баксов, ребята. Одних, сука, костюмов. Там костюмы, вот я купил вот эту бабу, костюмы для нее стоят чуть ли не в два раза дороже, чем она.
как это, в космос запускать? Как она так в небо летела? Там меня малая, видать, выучила этот прием, все время его делает. Что-то все не то на. Как лететь в небо? Че она все время извиняется? Да все окей, не бздо. Go away. Капец, да, бабы валят? Это вам не комбат. Тут девки жесткие. Ой, блин, что ты... Блин, что происходит? Так, да, как меч какой-то звуки. Капец, а? Never back down. Что такая длинная фраза? Окей, let's fight. В очередной раз она извинилась. Как же, блин, лететь? Может, на косую? Нет, блин, ну как она это делает? Малая как-то додуплила, как... Как-то она додуплила, как она взлетает и постоянно этим пользуется. Вперед, как. О, как вперед. Ага, а паузу, наверное, надо ждать. Сейчас, чу-чу-чу-чу-чу. Нет, это все не то. Да, вот этот прием мне нужен. Чистенькая, красивенькая, не то, что сейчас будет. Еще тут есть контратаки, но мне их сложно делать. А ну, контратаки, давай. Тань. Я на контратаках, мне сложно все. Сорян. Ого, что это он такое сделал? Что он такое делает? Странный файтинг. О, какая она тихая. Я прям в шоке. Сори. Как же подлетать, а? Что-то с ногами явно. Я, кстати, видел, ребята, графон 6-го. Ну что ж, ничего не поменялось. Вообще, арены те же, бойцы те же, полигоны те же. Просто кошмар. И даже вот эта арена там есть. Если честно, разочарован роликами. Вот, как я это делаю, блин, а?
Вот в комбате прогресс там, да? И в плане графики во всем, и в плане геймплея в некоторой части. А тут одно и то же. Я не знаю, есть ли разница между четвертым и пятым. Ну, начало прикольное. Вот это малая, как начнет, то так, клацать одну и ту же кнопку. Я тут тоже вспомнил о руках. Короче, без комментариев. Да, Never Back Down, смотрел такой фильм. О, Take Wando. А на этой карте не хватает только с этого Сайрекса зарытого, да? Ух ты, ё, нифига себе он прорубил. Аж юбка задралась, блин. Прям с места эту хрень можно делать. Сложно делается, но делается. Хорош, блядь. Его я себе, блядь, что он сделал? Это... Так, Вандо, короче, шарящий чувак. Я хер его знает. Когда выходит, когда не... По ногам, суку, по ногам. Новые бойцы тоже ни о чем в Доа 6. Какие-то, блин. У-у-у, новый костюм! Ура! То, ради чего я играл. Fight Again? Да ну, я не знаю, что ли, за вторую поиграть. Так, а ну-ка глянь. Какой там открылся костюм? Я тут только ради костюмов, тесястых. И ну еще пройти на нормале и этот самый кися. А тут, если честно, даже не знаю смысла играть за это. У нее всего два костюма и пипец. Прикиньте, вот тоже купил персонажа. У этой хотя бы что-то было. А тут разрабы решили даже не париться. Два костюма и пипец. Ладно, ребята. На этой ноте я с вами прощаюсь. Это у меня, как я уже сказал, тестовый ролик. Посмотрим, как я здесь смогу что там вырезать или не вырезать, смонтировать, не смонтировать. Короче, эксперименто. И надеюсь, кстати, звук не скрипел, потому что долбанный Shadowplay постоянно скрипит, приходится писать отдельной прогой. Что ж, до новых встреч, с вами был Ник Фрост, и следующий ролик, наверное, поиграю за бойца Skin of the Fighters, чеки-ков, короче, King of Fighters. Все, пока-два.